нас опять похолодало. В Германию пришли на немецкую сторону. И 12 часов колокола. Это ты благодаришь папу так? Ручки сложил. Еще что-то тебе мало было? Да, а ты еще что-то хочешь кушать? Вон водичку надо допить еще. Привет, друзья! У нас через 2 дня Пасха, поэтому уже начались выходные дни. Сегодня страстная пятница. Погодка так себе, холодно. Даже моросит дождь, но смотрите, как пустынно. Потому что большинство, особенно в немецкой части Швейцарии, уезжают, потому что здесь все закрыто, как и в Германии. Ничего не работает. И все делают большие выходные. Как правило, с этого момента еще начинаются школьные каникулы. Многие уезжают. Но в этом году у нас в кантоне школьные каникулы аж на неделю позже, после Пасхи, потому что Пасха ранняя. И мы так посмотрели. Мы традиционно тоже обычно уезжаем. Но везде дожди, ехать куда-то, тратить на это время, деньги, и сидеть потом в отеле или передвигаться чисто на машине, ну, такое себе. Вот обычно мы уезжаем либо в Италию, либо во Францию, в Прованс. И обычно тепло в этот период уже, когда Пасха, хотя бы недельки на 2 попозже. И в Провансе там даже покупаться можно. А сейчас, видите, вот иду закутанная, потому что как-то прям зябко, холодно. И никого, все уехали. Я в надежде иду в Солюну, думаю, наверное, я там хоть смогу поплавать спокойно. Хотя есть, конечно, вариант того, что сюда-то тоже, наверное, туристы какие-то приехали, чтобы немножко разнообразить свою бытность. Посмотрим сейчас. Так, прям зябко. Это при том, что ты не понимаешь вообще, что одевать. Здесь пятница. Просто вот здесь обычно велосипеды стоят. Этот магазин с велосипедами, они все выгоняют. А тут из-за того, что длинные выходные, 4 дня практически, хотя по субботу вроде как какие-то магазины работают. Но вот все-все-все уныло, тихо, прям как в воскресенье. Даже, мне кажется, в воскресенье более многолюдно, чем вот на пасхальные выходные. Ну и у нас это, наверное, первые выходные, когда мы на Пасху остаемся здесь. Может быть, конечно, еще в пандемию, но я даже этого не припомню. Наверное, в пандемию мы все-таки тоже сидели дома, потому что Луйка был маленький, особенно первый год. Или нет? Не помню уже, не помню. Но в основном мы, конечно, стараемся на Пасху выезжать. В прошлом году мы ездили в Женеву. В этом году вот решили никуда не ехать, поехать на недельку позже, возможно, когда будут каникулы и когда будет погодка получше. Потому что в дождик, ну, не хочется мерзнуть. Так все время откладываем, едем в Европу парк, дождь, едем там еще куда-то,
дождь. В Женеву как не приедем, там всегда дождь почему-то попадает. Вот. Смотрите, как тихо, вообще людей нету, просто нету. Все разъехались по родственникам, по отпускам мини. Очень много. Сейчас, наверное, там опять пробка на Готхарце, скорее всего, сегодня. Потому что многие едут в итальянскую часть и перед туннелем стоят по несколько часов. Что так-то ехать недалеко, но вот перед туннелем там пропускная система. Ну, в плане того, что там включаются светофоры, если он перегружен. И, соответственно, образуются большие-большие километровые пробки. Особенно вот в праздники, когда там 1 августа, большие праздники, получается, большие выходные, если совпадает там ближе к выходным 1 августа. Или пасхальные, рождественские. Это прям стабильненько. Котик за мной движется. Лыка. Внимание хочет. Строит танк. Вот так, видишь, я их такими, да, кусочками сделал. Бросай. Да, да, просто так бросай. Это как чече? Это дрожжи. Он так чече? Угу. Ну, они для теста, да. Бургер. Соскучился по бургеру? Ай! Ну и что, Луиджик, нагулялся? Да. А едем за папой? Да. Да? Хорошо. Сейчас машинка отъедет, и мы поедем. Может, они куда-то поехали. Ольга еще спит. Сюрприз тебя ждет. Давай, идем. Покажу тебе. Покажу тебе, идем. Я не могу тебя поднять. А? А? Давай. Вперед. Носочки же надо одеть. Он уже за... Да. Thank you.
Угу. А вот это Билла, это зайчик? Зайчик, да, приходил ночью. А мы спали? Да, мы спали. Когда мы спали, он приходил. Ты мне дал это? Ну, это зайчик тебе дал, не я? Да. Два. Но мяч сел. Это мяч сел мне. А сел мне. Угу. Вон еще. Давай там теперь ищи. Это что это? Майонез. Что это белое? Это майонез. Чего я пил? Еще лёгко дало. А только будем делать это, а? Кушать будем сейчас? А? Кушать будем? Этот панатоны. Давай дальше ищи яйца. Устал, что ли, уже? Вот так. Да, на камине посмотри. Где камин? Вон. А? На камине посмотри. Да. А тут я... А это там сечки. Да. Там тоже. Там... Где фальчичка? Фальчик. Угу. Зайчик, да. Вон еще в шкафчике. Фальчик белый. А? Шкафчики еще. Шкафчики. Вот ты это начал. Ой, аккуратно. Ну все, последнее яйцо осталось. Вот я афай буду кушать. Хорошо. Иди вон там, вон еще одно яичко лежит. И давай садиться кушать. Садись, садись. Вот еще последнее. Я волк. Все забрал. Вожу. Давай, я сниму, как ты съезжаешь. Давай. Потом будешь смотреть. Лео покажешь. Давай. Ну да, хорошо, что сухо. Было бы мокро, я бы тебе не разрешила туда залезть. Давай, едь уже. Едь, пожалуйста, Луис. Ты едешь, нет? Вот сейчас один раз едет, потом же уже потом нет, не оторвешь. А, вон они. Есть? А я думала, они спрятались. А-а-а. Приехали в цирк. Посмотри животных, домашних и не только. Прогуляться сегодня так влажно, пасмурно, но относительно тепло, дождя нет, уже хорошо. Нет ни дождя, ни сильного ветра. Пасха, людей тоже нет. Так что, да. Печки. Он? Бесстрашная Арти. Да. Лучше спереди гладь, да, чтобы да, страшно да. Не было. А тут у тебя пчелы, а? Хотела смотри, твой смотри, ботинок смотри, съесть. Смотри, смотри. Которую им нельзя кушать. Такой пушистый. Можешь, можешь. Видишь, он специально стоит, чтобы ты его погладил.
Я милая. Такой пустой город. Все уехали. Только редкие туристы прогуливаются. Ну, смотри, один еще ресторанчик работает. Давай, пробуй свое яблочко. Класс? Ай. Дуй. Желание загадал? У-ху! Луис, а ты задуешь свечки? Парафина порастет. Давай, задувай, малыш. Папа даст тебе попробовать свой, а ты дашь папе свой попробовать. Не переживай, аккуратно, только свечку не это, не спихни. Ты хочешь папе на свечке задуть, что ли? Да? И хочешь задуть? Ну, задуй сначала эту, я тебе потом тебе зажгу, задуешь.